Сегодня президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев принял Верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка. Обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития конструктивного диалога и практического сотрудничества между Узбекистаном и структурами ООН в вопросах продвижения интересов и защиты прав человека. Главное, что государство с удовлетворением отметил достигнутый за последние годы высокий уровень взаимодействия с ООН в этой сфере, подчеркнув, что защита интересов и прав человека является главным приоритетом стратегии реформ в Узбекистане, которая полностью созвучна целям устойчивого развития Организации Объединенных Наций. Верховный комиссар ООН высоко оценил достижения Узбекистана в искоренении детского и принудительного труда, продвижении гендерного равенства, обеспечении независимости судебных органов и верховенства закона. Особо отмечены принятие национальной программы образования в области прав человека в год 75-летия Всеобщей декларации прав человека, ратификация нашей страной Конвенции ООН о правах инвалидов, создание национального превентивного механизма предупреждения пыток с участием институтов гражданского общества, а также репатриация из зоны конфликтов женщин и детей, создание всех необходимых условий для их социальной реинтеграции. Свидетельством широкого признания достижений в области обеспечения прав человека стало избрание Узбекистана в Совет ООН по правам человека на 2021-2023 годы, а также принятие Советом ряда резолюций по правам молодежи, инициированных нашей страной. Верховный комиссар подтвердил твердую решимость структур ООН продолжить поддержку необратимых реформ в Узбекистане. Выражена готовность реализовывать совместные проекты по усилению роли институтов гражданского общества по мониторингу прав человека, обучению сотрудников правоохранительных органов и пенитенциарных учреждений. По итогам встречи достигнута договоренность о дальнейшем укреплении конструктивного диалога и углублении практического взаимодействия, в том числе путем осуществления совместных программ и проектов. Сегодня состоялась встреча с президентом Республики Узбекистан, очень положительная и продуктивная. Я также был очень вдохновлен теми реформами, которые реализуются в Узбекистане. Хочу дать высокую оценку тому, что в Узбекистане искоренен детский труд, и также тому, что более 500 женщин и детей были репатриированы из зон конфликтов. Также мы высоко оцениваем тот факт, что Узбекистан привержен тому, чтобы права человека были центральным звеном и составляющей реформ, которые реализуются в стране. Что касается сотрудничества Управления Верховного комиссара по правам человека, то мы привержены тому, чтобы оказывать Узбекистану содействие в дальнейших реформах, особенно с упором на права человека. Также хочу дать высокую оценку работе, проведенной Узбекистаном в составе Совета ООН по правам человека, очень активной работе в период сопредседательствования Узбекистана, в частности, инициативе и работе Узбекистана по принятию резолюции по молодежи и правам молодых людей.